Приветствую вас, дамы и господа, все те, кто меня смотрит. С вами Николай Партийный, и это игра Warframe. Онлайновый шутер, который находится в открытом бета-тесте от третьего лица. Значит, ну что, очередной новый ивент, да, новая миссия под названием «Призраки свободы». То есть в операциях, да, мы тут можем найти «Призраки свободы». Дается на 5 дней. Наберите достаточно очков, и красная Вауль наградит тебя за усилие знаком и даже специальным санданом. Локации, значит, Тюрем, Марс, Эрида, Нептун, Сатурн, Уран, Церера. Ну и название, естественно, их. В принципе, можно так найти. Очки получаем по сложности миссии, да, самое сложное это режим кошмар, вот, и за него больше всех дают, там, по-моему, 12, если полностью ее пройти. Лучше перса считать того, да, в этих миссиях, чтобы без палева все сделать, но в режиме кошмар там вряд ли нам дают много щитов или хп у Оки самого, естественно, мы можем там спокойно сдохнуть. Но все-таки попытаем счастье, да. На Цереру идем, это самая сложная миссия, за нее больше всех очков дают. Так, режим кошмар. Значит, забираюсь у нас почему-то ХП. Не знаю, как он сказать, хорошо или плохо. Скорее всего, может нормально. Нас как бы не видит, это как бы на руку нам, но 200 ХП, наверное, это немного, короче. Летаю. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Да, кончается время длительности, да. Просто включаем продолжительность и идем дальше. Один раз меня тут чуть паром не убил, когда я был в инвизе, да, вот думаю, кто по мне стреляет, если меня не видит. Оказалось, меня паром может даже тут убить. ХПшка. Если, пацаны, врагов убивать, да, то ничего тут сложного бы нету. И следить за временем. Надо сначала этих вот всех ублюдков положить.
Тогда мы получим бонус. Одна секунда, надо подождать. Нас не спалили. Так, походу я еще не всех завалил. Ну, короче, у меня хана, потому что нету врагов. Ну 20, ну сами видите, да, то есть я не могу просто выжить за счет хп. А где-то тут тварь лазит, вот он. Ну давай, берись уже его. Ненависть так. Ладно, неужели? Так. Ну видите, да, там хп, конечно, мало, но жить можно. Так, нету. Плохо. Печально в том, что этот паду постоянно палится. Палец у нас подводит под красный крест. То есть постоянно может... Вот, плюс 8, да? Сами видите, сколько мы получили. Вот, теперь нужно... Дать им... Ствол, да, дадим. Так, все, дали ему стволы. Ну а за этим, да, шпалины смотреть. Блин, еще самому никуда не вляпаться. То есть это мог спокойно в инвизе, да, пробежать, а он нет. Надо еще следить за этим идиотом, да, чтобы он никуда не встрял, и там никто не завалил. То есть надо еще быстрее него бежать постоянно. Thank you.
Он стоит, видите, да, даже не стреляет, падла. Лишний раз. Вот идиот тут. Даже не прячется, говорю. Вот надо сваливать по-хорошему сейчас уже. Ну что он там, блядь? Блин, ну беги ты уже или как? Идиот, а? Масленок тупой. Где ты там? Быстрее, блин, беги, масленок. Удавенный масленок чуть меня не запорол все. Чертеж, космический спектр. У меня их уже несколько. То есть 12 очков за миссию дали. Это самое большое по очкам, которое вообще можно получить. И ледяная буря, конечно же. То есть масленок постоянно меня подводил, да, под гробовую доску. А, были у него стволы, но падал все равно, кто-то не стрелял особо там, блин. 45 убил в ближнем бою, хотя не знаю, не в ближнем бою их убивал. Но все-таки. Учили 12, осталось тут всего ничего, тут пару миссий. На этом я, наверное, завершу свой показ, да, значит, вот в улучшениях покажу чутка тут, чтобы кому-то что-то было понятно. И гадюки. Гадюки, да, были очень хорошо вооружены, но масленок падал не стрелял. Ну, ненависть косоставкера, основной наш предмет. Так, на этом я закончу. Надеюсь, кому вам понравилось. Кому понравилось, пальцы вверх, ставим лойсы, подписываемся на канал, кому интересно, на фанаты этой игры и многих других. На моем канале присутствуют и другие игры. До новых встреч и всем удачи.